Мини-Сити — это концепция городского планирования, при которой до предметов первой необходимости можно легко добраться за 15 минут пешком или за 15 минут езды на велосипеде. Эта концепция может способствовать увеличению количества зеленых насаждений, но она также может снизить выбросы углекислого газа. С точки зрения охраны окружающей среды, одна из важнейших проблем заключается в том, что если мы будем меньше ездить, то будем выбрасывать в атмосферу меньше углекислого газа. А значит, замедлим темпы изменения климата, с которым нам приходится жить. Доктор Уин Эверхэм, профессор школы водных ресурсов при университете ФРГ, кое-что знает о создании полезного пространства. И я думаю, что большинство хороших 15-минутных подходов к городу включают значительное количество зеленых насаждений в пределах пешей досягаемости. Потому что мы выясняем, что это действительно хорошо для людей.